утро доброе, мои дорогие телезрители. Эти сережки на шортики, которые вчера прикупил. Пинки-пинки теперь. Куда я пришел? На пляж я пришел. Смотрите, с утра пораньше, блин, время 7:20. Маруся вот тут бегала с той стороны, вон туда, на ту сторону. Позвонила, говорит, приди, принеси полотенце, шлепки и воду. Как набегалась? А? Нет, интервью не беру. Так, ну что, ребятушки, смотрите, какое море прелестное. Вот еще человек бегает. Нет, купаться не буду. Верю. Я сегодня еще накупаюсь. Ну вот, ребятки, сегодня нас ждет великий день. Будем погружаться на 18 метров. Туда куда-то пойдем, к островам. А? А, сегодня 10, Маша говорит. Ну вот. Ну, надеюсь, с рыбками поплаваю. Там все. Так что вот, ребятки. После обалденной пробежки, как говорит Маруся, в воду. Теплая! Как воздух. Красотища. Ну что, нас забрали, ребятки. У нас впереди мужик стоит. Подошел, говорит, дайвинг. Мария. Не оградаем. Мария не дайвит. Сережа будет дайвить. Сейчас пойдем. Нас повезут. Три погружения сегодня на различных островах. Это клево. Так, ну что, ребятушки, выехали на дайвинг-курс. Пока всех собрали. Прошло хреново туча времени. И теперь в горку едем. Такими серпантинами. Так, ну вот, ребятушки, мы куда-то приехали. Ехали полчаса на другой конец острова. И сейчас будем погружаться. А вон уже наши сумки лежат с костюмами нашими. Сейчас пойдем к острову. Вот, говорит, все за мной. Говорит, кто за мной, тот герой. Кто без меня, тот непонятно кто. Вот. Такая немножко непонятная система. Нам сказали, вот там огромный мост, там все лодки стоят. Нам говорят, следи за нашим гидом. Подъезжают машинки, загружаются. И уезжают. Пацан, уйди, задавят. Так, ну что, ребятушки, загрузились в машинку и едем. Что-то непонятно, почему пешком мы не могли это дело все пройти. Так, ну что, ребятки, а вот и лодки. Короче, план таков. Мы сейчас садимся на лодку. 2 часа. Идем целых 2 часа на остров Рача. Это клево. О, я столько про него смотрел, столько про него слышал, но там не был. Это ништяк. И там у нас завтрак будет, брифинг будет. И наша девочка, она будет со мной и с моим китайским другом, с которым мы вчера были в группе. Вдвоем, вот. Таков план. А да, там будет на Раче 2 погружения. И потом еще пройдем на другой остров, не помню название. Там еще одно погружение, где-то в 5:30 мы вернемся назад. Клево. Я буду снимать все под водой. Вон баллоны, баллоны, баллоны. Обалденчик. Ботинки здесь разуваем, пешком пошли. Ребятушки, так прикольно. Мы с той лодки, с того зашли через лодку, шагаем просто, перепрыгивая, смотрите, через одну лодку на другую. Не-не-не, нам туда. Клево. Komm zurück, danke. Ништяк. А, он там предлагал пройти просто. А мы тут перелазили. Ништяк, где же наша лодка номер 4? Идем ищем.
Я на самый верх забавлюсь, буду там сидеть, ребятки, снимать вам, пока мы 2 часа идем. Вот, ребятки, мне такую штучку дали, говорят, если хочешь здесь наверху гулять, то надо костюмчик одеть. Так, куда я пришел? Я вот к капитану в гости пришел, там капитан, прикиньте. Ништяк. Вот тут тащиться можно. О, да, вот этот я люблю. Кайф какой. Красота. Нет, спасибо. Клево как. Ой, я вот здесь вот прям вот здесь вот так вот залягу, ребят, и буду тащиться вот так вот. Капитан будет рулить, а я вот так буду плыть. Так. Будет как Титаник меня по волнам штормить. Ну, ребятки, идем к капитану в гости, смотрите. Ну, тут капитан живет. Клево. У него камеры везде на борту, смотрите. Рубка. Где, где камера? Вот, смотрите. Где она? Не догоняем. Где-то камера надо мной. А, вот, смотрите. Вот, вот туда. Кайф какой. Тема. Покинули капитанскую рубку. О, Маруся уже тут вовсю разлегается. Я тоже вот так вот. Это кайф, ребятки. Ну что, ребятушки, все на брифинг. Согнали нас с нашей площадки. Вот, но потом мы ее опять займем. Че, ребятушки, ну что, здесь полноценный завтрак. Сосиски, яичница, хлеб, фрукты, овощи, сырок, картошка. Вообще зачет. Вот это убийственный завтрак, ребятки, приятненького. Че, ребятки, после вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать вот здесь, вот сейчас заляжем. Потому что там все сверху занято, а мне и здесь неплохо. Вот, а нас здесь неплохо кормят. Кайф какой. Так, ребятушки. Вот на таком вот судне, которое везет нас давить. На остров Рача. 2 часа будем идти. Погода у нас жара. Обалдеть, просто печет невозможно. Поэтому я в футболке, чтобы не сгореть в корень. Вот, ребятушки, красотища. Я тут на VIP-зоне залегаю. Там сверху все заняли, так что здесь. Подготовка к дайвингу, ребят. Да, вот уже все здесь сделали, все уже стоит, ждет, чтобы погружаться. Зачет. Сейчас себя пояс снимаю. Ну, ребятушки, мы все подготовили. И это будет клево. Вот что клево будет, смотрите. Пока никого нет, но я здесь загорать буду на солнышке прям. Прямо у капитана. Под носом. Вот так вот. Кайф какой. А вон и Рача я. А вон и Рача Ной. Ной, да, по-моему? Если я не ошибаюсь. Сейчас я скажу, ребятки, ошибаюсь я или нет. Нет, ребятушки, действительно не ошибаюсь. Рача я. А вон там вот Рача Ной. Вот он. Так что, на какой-то из них идем дайвить. Спросил про GoPro-шку, мне говорят, да, ну ты, короче, не чемпион еще. 4 раза сначала просто мы тебя научим. А 5-й, 6-й заплыв, то есть завтра. Потому что сегодня только 3 будет погружение. А вот завтра я могу взять с собой GoPro вниз на 4-й и на 5-й раз. Вот. Еще может есть мужик с профессиональной подводной камерой. Просто огонь, камера такая, знаете, как у этого команды Кусто. Вот он тоже будет плавать. Он говорит, кому нужны фотографии и видео за определенную сумму. По-моему, 1000 бат, если я не ошибаюсь. Вот. Можно это все спланировать. Но, я говорю, у меня GoPro есть. Спасибо. Так, ребятушки, Маруся покинула меня. Говорит, ну нафиг, это палящее солнце. Ушла вот сюда, на этаж ниже, под козыречек. Я, наверное, тоже так сделаю. Смотрите, вон капитан смотрит, все дела. Вот там еще сверху можно торчать. Клево. Так, пошел я к Марусе тоже. Так, ну вот, ребятки, инструктор наша все нам объяснила, где да как, да что мы будем плавать. Сейчас я вам курс расскажу.
Камеру я сегодня не возьму, потому что, как я уже говорил, она будет только завтра и послезавтра у меня на последних 4 занятиях. Я же все узнал, ребятки, вообще все профи. Короче, смотрите. Рача-Яй, остров. А вон Рача-Ной. Там мы делаем 2 погружения, здесь делаем 1 погружение. Короче, кораллы, рыбки, возможно, черепахи вот здесь, черноперые акулы мелкие, там мурены, ну, всякие раки, крабы, шпаншпобы, ну, эти огурцы, ну, дофига чего интересного. Короче, почему называется Рача-Яй? Рача – это король на тайском, ну, то есть Раджа. Яй – это большой, Ной – это маленький. То есть королевский большой остров, королевский маленький остров. Вот такая тема. Идем, нам еще идти где-то буквально минут 30. Мы за остров зайдем, там будем погружаться. До 10 метров сегодня, она сказала, может и 6 метров. Не обязательно идти глубже. Самый прикол то, что Маруся тоже будет с нами погружаться. Потому что она, у Маши, видите, проблема, что когда маска с водой, выдуть воду из маски, с носом дышать. А она ей сказала, ой, я тебя умоляю, оставь маску и не снимай, и плавай с нами. Вот, как Маша заплатила, это тетеньки тоже как бы... По-человечески, давай, делай, потом привыкнешь. Ну, все, вот. Так что Маруся пойдет с нами. И это клево. Ну вот, ребятки, Рача-Ной. Вот, сейчас мы будем здесь заныривать. Кайф какой. Говорит, жопа поднял, место потерял. Я встал просто, они засели сразу. Местные. Дыхай, а нам уже вон там группа одевается. И сейчас... У них будет высадка через 15 минут. И когда они все будут в воде, мы через 20 минут тоже. Так что вот, все уже тут переоделись. Для заплыва готовы. Вот что нас, ребятушки, ожидает, где мы плавать будем-то. Вот она эта красота, бирюзовая водичка. Клево, я уже тут готов, стою во все оружие. Маруська оделась. Клево. Ну, ща покажу я им, как тут нырять надо, если не захлебнусь. Так, сейчас тебе буду первый прыгать отсюда. Ну, я вижу дно. Все, идем. Убираю камеру. Ребятки, это было клево, отвечаю. 150 бар под водой стратил. Около получаса. Маруся тоже вообще молодец. Мы, короче, крутые. Идем кушать, и потом второй дайв. Ребятки, я не знаю, как передастся эта картинка. Будет ли настолько офигенно, как это я сейчас вижу, качество. Ну, это просто супер. Здесь, короче, глубина 8 метров. Ну, мой компьютер, по крайней мере, показывал. Я сегодня на 8 ушел. Остальные все на 6 плавали в нашей группе. Я, Маша и китаец. Вот они на 6-6,5 плавали, а я туда сплавал на 8. Интересно было. Какие тут рыбки огромные. Вот такой вот глаз у одной видел. Ну, вы понимаете, вот отсюда вот такая вот рыбка была. Вот такая была. Клево вообще. И... Эй! Короче, да, один из инструкторов, добрый такой чувачок. Смотрите, какая прелесть. Обалденчик. Я просто тащусь с этого. Короче, ребятки, я люблю дайвинг. Я Марусю уговорил, чтобы она все-таки еще раз попробовала, и вроде нормально все. Сегодняшний день будет все окей. Завтра будет на 18 метров погружаться. Не знаю, может, Маруся... Ну, надеюсь, все получится, мы оба получим этот шайн. Ну, вот, в себе-то я не сомневаюсь, так сказать. Это будет клево. Я буду дайвить теперь постоянно, где будет возможность. Это обалденно.
It was great. Ой, ребятки, чё? Короче, это было круто. Это было нереально. Не буду тортик. Короче, ребятки, мы спускались на 10, я на 10 метров и 20 сантиметров. Короче, почти 10,5 метров. Какая там живность. Мы вон там вот возле того кораблика занырнули и вот сюда вот прошли, вот здесь вот высадились. Это было клево. У меня оставалось, прикиньте, я вылез 20 бар. Я все там израсходовал, нафиг, говорю, лишний кислород не будет. Было 200, стало 20. Всех еще по полтиннику пошли. У тебя сколько было вылезло? 60 где-то, 50? А у меня 20. Хочешь? Да, сейчас пойду возьму. Ребятки, это было клево. Короче, сейчас мы с маленького королевского острова плывем на большой королевский остров. Это целый час, как раз за час мы отдыхаем. И там еще один дайв, тоже где-то на полчаса-50 минут, в зависимости. Вот. И все, и на этом потом 2 часа до... Нет, полтора часа до Пхукета. Таков план. Это клево. Так, вот, ребятки, Рача Яй остров. И мы к нему подходим. Сейчас у нас здесь будет последний, третий дайв. И это клево. Так, а я пошел убирать телефон, убирать GoPro. И сейчас будем одеваться. Вон уже люди одеваются, готовятся. Сейчас будем погружаться. О, клево как. Ребятки, это было великолепно. Последние полчаса. Мы, короче, опустились на глубину 12 метров 40 сантиметров. Маруся все с нами сделала, вообще весь день, молодец, супер, у нее все получается. Все она может. Это было офигенно, ребят. Реально, я видел Морену, она с меня ростом была, блин, такая длиннючая, скотина такая огромная. И вот так вот там везде плавала. Сколько рыб, боже мой. Я видел рыбу, ну, точно метра два в длину. Вот такая вот жирная у нее голова, такая квадратная. Мы спросили, она говорит, это рыба летучая мышь. А так, ну, стандартные рыбы, вот, от кончика по локоть, это там эта мелочь плавает. А по метру такие дурочки ходят на глубине 14 метров. Там стоят специальные такие бетонные сооружения в виде кубов. И они, ну, и, как бы решетка сделана. И они, эти рыбки там везде вокруг плавают. И это клево было. Я просто кайфую, ребят. Так, ну что, покидаем этот остров. И вот сейчас вам покажу. Вот, там мы это все ныряли. Остров Рача. Остров Рача Яй. И мы плывем снова на Пхукет. Вон он. Туда. Это обалденно. Завтра еще три погружения. И мы получаем наш Шайн Кай. Большую часть мы уже сегодня сделали. Теперь нам надо только еще до погружения. Надо 4 обязательных погружения и 2 после, чтобы получить шайн. 3 погружения мы сегодня сделали. Завтра еще одно. А 4-е, 5-е, 6-е погружение с GoPro. Так что идем к острову. Смотри, пошел на полном ходу. Ух, красавец. Фига себе, он валивает, смотри. Ё-моё, на полном ходу. Так, ну что, ребятки, вот Пхукет, и мы на нем, клево. И сейчас час до нашего отеля, пока всех развезем, где-то час 10 пройдет, час 20, и на пляж мы уже сегодня не попадаем. Так что прямиком в отель, а потом уже будет другой выпуск. Так, ну вот наши, ребятки, вся команда стоит, ожидает, как мы причалим. И будем выбегать. Вон там нас уже будут ждать машины, которые провезут нас по этому пиру до самого начала, где нас будет ждать такси до отеля. Так, ну мы пришвартовались. Так, и идем. Вот сейчас будем заседать в машинку и ехать. Вышли. Ребятки, на такой машинке вот у нас пир. Мы едем. Ребятки, как я просто тащусь, как все обалденно организовано. Нас привезли, загрузили, все, 50 человек в лодке, в два захода.
Говорят, эти прыгнули, мы через 5 минут уже тоже в воде, все грамотно, с едой, никакой толкучки. Сейчас нас встретил, говорит, вторая группа, дал листок чуваку, чувак идет, нас садит в бусик. Мы садимся и выезжаем. Вообще просто, я тащусь от организованности. Это просто кайф. Ух, прелесть. Ну что, ребятушки, выехали. Едем до самого отеля. Да, до отеля едем. Смотрите, ребятки, движение. Водитель сами его регулирует. То есть он посчитал, что надо ехать, остальной должен ждать. И толпа такая проехала. На кольце, без кольца, тут знаков нет, в принципе. Обалдеть. Ну что, ехали. Мы решили, короче, не ждать, пока он нас довезет до отеля. Пробка, стой. Аккуратно, Марусь. Давай за мной потихоньку. Подождут не маленькие. Короче, решили не ждать, потому что он сейчас будет в город объезжать. Тут гигантские пробки. А наш отель вот буквально в 5 минутах ходьбы отсюда. Мы так напрямик срежем. Так что, Маш, мне звонит этот китайский номер. Эй. То же самое кричат на меня. Ни-ни-сенча. Ча-ча. О, это нам, походу, шоу звонят и говорят, что, ребятки, вы не забыли, у вас через 2 часа шоу. Так что вот. Блин, это офигенно было сегодня, ребята. Завтра будет еще круче. Завтра я прям с GoPro буду с аквалангом прыгать, нырять, снимать это все. Так что давайте, ребятушки, увидимся в следующей серии. Мы сейчас кушаем быстро, идем на Малин Плаза, на рынок Малина. Едим, а потом на Симон Кабаре шоу, вот, на шоу трансвеститов. Ну и, соответственно, по пути будем идти туда снимать ночной просто потом и обратно то же самое. Вот. Но это будет в следующем выпуске, так что давайте, ребятули, целую в пузико, до новых встреч, ставим лайки, подписываемся, кто еще не подписан, и прямо еще. И будет очень-очень-очень клево, вот смотрите, вот такие вот девчонки буду показывать, если подпишетесь.